Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискейк. Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня я хочу с вами поделиться своими, ну просто, наверное, мега бюджетными покупками, которые я могла совершить за последнее время. И это покупки будут косметики как чистой линии и белорусского производителя. Конечно, если вам интересно узнать мое мнение, почему я их купила, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Берите кружечку чая и поехали! Хочу начать, это с того, что я вообще глубокий скептик в плане бюджетной косметики. Я всегда смотрю через такую призму на эту косметику, вы себе даже не представляете, потому что я считаю, что ну не может качественная, хорошая косметика стоить 3 копейки, лишь потому что тогда непонятно, из чего она сделана, ведь здесь и трудозатраты, и материал, и упаковка, то есть это же все в этом связано, то есть если разобрать всю цепочку самого продукта, здесь просто в этом продукте заложено абсолютно все. Но опять же, хочется верить, и то, что не может косметика стоить, не должна косметика стоить дорого, и она должна быть доступна каждой женщине. И, собственно говоря, в свое время я познакомилась с продукцией чистой линии и стала ее потихонечку пробовать, лишь только потому, что много девочек от нее просто пищат и много-много разных отзывов на нее читала. И первое, что я повторила, что мне очень сильно понравилось в свое время, это вот такой вот гель для умывания глубокого действия. Я его очень сильно люблю именно в утренний период времени, потому что он с мятой и он очень сильно освежает. Прям вот летом, весной, если у вас жирная кожа, если вам не хватает просто какой-то свежести и взбодриться, реально, девчонки, вот это то средство, которое мне очень сильно в этом нравится. Если у вас нет каких-то очень дико серьезных проблем на лице, то, в принципе, вот этот вот продукт, как ежедневный продукт для умывания, для освежения кожи, очень даже неплох. Здесь 100 мл, стоит он крайне бюджетно и, в принципе, неплохо очищает кожу. Я могу сказать, что мне он понравился. Но если у вас есть какие-то серьезные явные высыпания, то, конечно же, обращайте свое внимание на какую-то другую косметику. Мне нравится то, что вот этот вот гель для умывания, он не сушит кожу, несмотря на то, что здесь присутствует цинк, а цинк, он имеет свойство подсушивать. Очень приятно пахнет, пахнет чуть-чуть мятой. Следующий гель для умывания, опять же, я повторила, купила, и я не ожидала, что он меня впечатлит. Вот этот гель, который у меня закончился, а вот это гель, который я себе повторно купила. И это тоже серия «Идеальная кожа», но это их обновленная версия, которая идет для нормальной комбинированной кожи с гранатом и ромашкой. Не сушит кожу, улучшает цвет лица, заряд энергии и свежести. Девочки, мальчики, серьезно, мне он так сильно понравился, как вы видите, повторная упаковка. Буквально вчера закончился, и уже сегодня у меня вот эта новенькая упаковочка. Очень сильно нравится их новый ребрендинг, мне нравится их вот это вот дизайнерское решение с помпой-дозатором, что-то я выпрыгнула из экрана. С помпой-дозатором мне нравится приятный аромат, как пенится. Я, конечно же, вот этот гельчик использую, в основном покупала изначально для того, чтобы мыть кисти, потому что мне нужно какое-то обеззараживающее средство, дорогие гели для умывания, мне жалко тратить на кисти. Так помимо того, что я мою кисти, я могу спокойно помыть тело, даже если я вижу, что у меня появляются какие-то раздражения, высыпания на теле, я могу спокойно им помыть. Для лица, к сожалению, он для меня подсушивает кожу, и мне не очень сильно это в нем нравится, но по большому счету, как вы видите, я повторно купила, значит, все-таки он хорош, серьезно, мне понравилось, и с удовольствием им буду пользоваться, так что вот так вот. Следующее, что я купила из этой же серии, тоже же очищение, это новиночка, я первый раз увидела, и моя рука к ней потянулась. Это «Идеальная кожа» серия, 5 в 1, гель скраб маска, очищает, сужает поры, устраняет черные точки, матирует, борется с воспалениями и улучшает цвет лица. Содержит уголь, эвкалипт, глина и цинк, без сухости кожи. Серьезно, я увидела и решила, что а почему бы не попробовать, не взять, стоит оно реально бюджетно, и, а если работает, то это будет вообще здорово. Маска выглядит вот так вот, такая вот серенькая какая-то, сейчас мы с вами ее достанем. Серенькая, похоже, она в большей степени, знаете, на такой какой-то крем.
какой-то крем с какими-то мельчайшими вкраплениями, на самом деле, серого цвета и с достаточно приятным ароматом. Пахнет она, кстати, вот этим вот гелем для умывания. Очень приятно пахнет. И сейчас я вот ее нанесла, и вот это место она освежает. То есть, я так предполагаю, она должна еще освежать. Конечно же, попробую и вам в дальнейшем расскажу. Здесь ее объем 120 мл. Дизайнерская упаковка тоже очень понравилась. Такая прям зелененькая, миленькая, классненькая. Следующее, что я себе купила на пробу. И так как я сейчас отказалась сама от мицеллярных вод, ну просто как-то они мне приелись. Что-то просто они мне надоели, и я решила, что буду пробовать что-то другое. Такие вот мы девочки. И мой взгляд упал на вот эту вот, для меня новинку, может быть, вы уже это пробовали, это идеальная кожа, молочко для снятия макияжа в душе, для сухой чувствительной кожи морожка и ромашка. Эффективно увлажняет, кожа сияет красотой энергии. 100 мл и пахнет, девочки, как же она вкусно пахнет морожкой. Боже мой, как же это вкусно, приятно. Я сегодня буду впервые снимать макияж вот этой вот, этим молочком. Конечно же, первыми впечатлениями поделюсь с вами в своем инстаграм. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить первые эмоции, первые впечатления от использования продуктов. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на меня здесь, на моем канале, если вам со мной интересно, чтобы не пропустить окончательное мнение уже, конечно, в пустых баночках. Могу сказать то, что стоило оно бюджетно и пахнет очень приятно, по действию пока ничего сказать не могу. Следующее, что я купила, это были уже повторные покупки, я это уже ранее покупала и решила их повторить, попробовать. Это серия из чистой линии «Умный крем», и купила я в этот раз утренний крем и вечерний крем. Могу сказать так, то, что в принципе сами по себе кремушки, они неплохие, они идут в таких вот обычных тубах, и здесь 50 мл каждого крема. Мне нравится то, что они достойно увлажняют, они легонькие, они не забивают поры, и в принципе, почему нет, за ту стоимость, которую они стоят, я решила то, что быть тому, чтобы они у меня появились в уходе. Дам я еще один шанс, и может быть, они мне еще раз понравятся. Так что взяла попробовать, очень сильно даже рада тому, что я их взяла. Потому что цена у них мега бюджетная на сегодняшний день, которая могла бы быть. И крайний продукт, который я хочу вам сегодня показать, это будет продукт от белорусского производителя. Это уже средство для тело. И это идет преображающая маска обвертывания для похудения с глиной гасол и маслом черного тмина, антицеллюлитного действия. На самом деле я вот люблю вот такие вот штучки, люблю я делать всякие разные обвертывания, люблю скрабики, кремушки, очень-очень сильно люблю ухаживать за телом, но и это очень полезно, это расслабляет и какое-то внимание себе любимой. На самом деле, вот здесь минус того, что, конечно, у этой продукции всей, то, что нет никаких защитных пленок. Мне это не нравится. Но посмотрим, как она будет работать. Что из себя представляет эта маска? Это такой, знаете, крем с какими-то вкраплениями, если вы увидите. И с таким, в принципе, приятным ароматом, могу сказать. Этот аромат я где-то уже встречала, не могу вспомнить, в какой косметике, но очень приятный аромат. Что должна делать эта маска? Она должна оказывать дренажное действие, очищать кожу, выводить токсины, уменьшать эффект апельсиновой корки и повышать упругость и эластичность кожи. Ну, вот, наверное, вот упругость и эластичность кожи – это то, что я очень сильно люблю в продукциях в уходе за телом. 200 мл, белорусский производитель Белита, стоит очень даже недорого, и я решила ее взять. Очень недорого по сравнению с другими средствами подобного действия, подобного характера от других брендов, могу сказать. Так что удобная, интересная упаковка. Попробую, обязательно вам поделюсь своим мнением. Так что вот так вот. Вот такие были у меня покупочки бюджетной косметики. Если вы чем-то пользовались, конечно же, пишите, пожалуйста, свои комментарии, как вам понравилось или нет, что именно вам понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, если вам было со мной интересно. Поддержите меня пальчиком вверх, если вам нравятся бюджетные покупки, бюджетные покупки косметики. И хотели бы вы отдельно услышать
мое мнение о каждом продукте, индивидуально снять обзор, либо просто также в комплексе о каждом продукте в одном видео вам поделиться своим мнением, понравились они мне или нет. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там первые впечатления от использования косметики. Я же вас всех сильно, очень сильно люблю, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!